Казахстанская фехтовальщица на сабле Айгерим Сарыбай на азиатском квалификационном турнире в Объединенных Арабских Эмиратах завоевала путевку на Олимпиаду в Париж. В финале ей противостояла Винг Киу Чу из Гонконга. Матч завершился со счетом 15-13 в пользу Сарыбай. Отмечу, что обладателями квоты могли стать только победители данного отбора. Напомню, ранее на Олимпиаду пробилась мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге, которая теперь сможет выставить трех спортсменов в индивидуальном зачете. Все встречи прошли хорошо, поскольку выиграли, но это очень сложный турнир. Это, наверное, этот турнир у спортсменов, у тренеров считается, наверное, более сложным, чем Олимпийские игры, потому что здесь нужно только выиграть и только первое место. Эмоции здесь просто у всех зашкаливают, все фехтуют, сражаются не так, как обычно, потому что эмоциональный фон просто у всех льет через верх. Поэтому это для меня, как для тренера и для спортсменов, самый сложный турнир, но, слава богу, мы сумели с этим справиться, и было нелегко, очень нелегко, но... Мы это одолели. Айгерим это сделала. Спасибо всем за поддержку. Сегодня был очень тяжелый день. Рада тому, что смогла завоевать лицензию. Пробиться в финал было непросто. За путевку в Париж я сражалась со спортсменкой из Гонконга. В начале поединка я доминировала, но затем последовал провальный отрезок. Однако ближе к концу противостояния я все же собралась и победила.